35 компаний в Новосибирской области шьют гигиенические маски. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, ежедневно они производят 100 тысяч этих изделий. Тем временем, первые после долгого перерыва дни продаж масок в одной из аптечных сетей вызвали вопросы. Покупатели удивили новые цены. Тему продолжит Константин Клещин. 35, к вечеру 40, на следующий день 50 рублей за штуку. Как температура больного коронавирусом, менялись цены на защитные маски в муниципальной аптечной сети при появлении после долгого отсутствия. Возмущение граждан росло, но оказалось, в динамике цен покупатели виноваты сами. В первые полтора дня после поставки мы продали более сотни тысяч масок. И именно в этот день исполнился один из договоров с одним ценовым предложением. Второй договор вступил в силу на следующий день. И, собственно, это было другое предложение. Цель сотрудников аптечной сети была наполнить пункты торговли масками, а цены зависят от поставщика. Я очень сильно удивилась, потому что цена этой маски рубль, а стоит она 50 рублей. Одна штука. То есть это дорого, да? Это очень дорого. На минувшей неделе правительство ввело госрегулирование цен на маски. Сотрудники аптечной сети объясняют, в постановлении правительства фигурирует термин «медицинские маски», а в аптеках продают защитные, а они не подлежат регулированию. Константин Клещин, Алексей Погудин, новости ОТС.